Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы региона. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. 300 тысяч в обмен на совесть. Следователь погорел на взятке. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел личный прием граждан. Международный аэропорт Анапа. 40 лет безупречной работы и мягких посадок. В Анапе открылась новая фото- и картинная галерея. В Анапском городском суде вчера был зачитан приговор следователю отдела МВД по факту взятки в размере 300 тысяч рублей. Пострадавший обратился в Анапский отдел ФСБ с жалобой о вымогательстве взятки. Сотрудниками ФСБ была проведена операция с использованием меченых купюр. Это финальный этап следственных оперативно-розыскных мероприятий отдела ФСБ по городу Анапа. Сотрудники ФСБ в кабинете старшего следователя отдела МВД Виталия Белоуса после получения им взятки в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги следователь получил от анапчанина Балаева через адвоката. По условиям сделки капитан юстиции за вышеуказанную сумму должен был закрыть уголовное дело. Потерпевший в вымогательстве обратился в прокуратуру и ФСБ. И как результат, Виталий Белоус оказался на скамье подсудимых. Белоус Виталий Александрович признать виновным в совершении преступления, предусмотрен частью 1 статьи 30 пункт 2, части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой назначено наказание 3 года 8 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе сроком на 3 года, со штрафом доходу государства в размере 60-кратной суммы взятки 18 миллионов рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Белоус в виде содержания по страже не изменяет до вступления приговора в законную силу. Подсудимое наказание понятно? Да. Понятно. Сроки обжалования понятны? Да. Понятно. Вы имеете право ознакомиться с протоколом судебного заседания. Во время зачитывания приговора бывший старший следователь Виталий Белоус все время закрывал лицо листом бумаги и ухмылялся, поглядывая на адвоката, надеясь, что он опротестует решение суда в вышестоящих инстанциях, считая приговор несправедливым. Однако у гособвинителя на этот счет иное мнение. Сегодня Анапским городским судом подведен итог по рассмотрению уголовного дела по обвинению Белоус. Вынесен обвинительный приговор. Считаем, данный приговор является законным, обоснованным. Судебное следствие шло не один день. В ходе судебного следствия были исследованы доказательства, представленные стороной обвинения, так и стороной защиты, тщательно, объективно. Считаем, квалификация деяния подсудимого является законно обоснованной, и судом вынесено законное наказание в виде лишения свободы. Считаем, что данный приговор все-таки является законным и не подлежит изменению. Штраф в размере 18 миллионов рублей за взятку в 300 тысяч – результат последних изменений в антикоррупционном законодательстве. Молодую семью Белоус ждет крах семейного бюджета из-за противоправных действий главы семьи. Юбилейные торжества собрали в городском театре специалистов редких профессий, причем международного уровня. Аэропорт Анапа отметил 40-летие. В зале сотрудники аэропорта, ветераны, почетные гости. Праздник один для всех. 40 лет международному аэропорту Анапа. В документальном фильме 40-летняя история развития и модернизации аэродрома. Олег Долганов 21 год трудится в аэропорту. Самое главное в его работе – обеспечение безопасности пассажиров. Новые технологии прошлись и по его подразделению. Что касается моей службы, например, вот таких аппаратов, которые досматривают грузы, багаж, пассажиров – тогда таких не было. А сейчас все условия на экране тебе показывают, что там есть. Есть опасные средства, нет опасных средств. И нормально все. Что было, когда я пришел, и что сейчас стало, особенно после реконструкции, после земля и небо. Работа ради миллионов пассажиров, обеспечивающая надежное авиационное сообщение. Успехи аэропорта – колоссальный труд всех специалистов. Отличились сотрудники во время проведения Олимпийских игр. То, что нам удалось провести Олимпиаду и не получить ни единого замечания, получить похвалу от всех авиакомпаний, это, конечно, достижение и показатель того, что мы
не работаем, как каждый аэропорт сам по себе, а мы — это группа единомышленников, которая всех объединяет, в общем-то, одно умение правильно делать свое дело. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие предприятия сотрудников наградили почетными грамотами, отметили многолетний стаж работников воздушного транспорта. Именно аэропорт является основной жилой в составе курортного сезона. Это крупная налогооблагаемая база. В последнее время произведены крупномасштабные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Сотрудников аэропорта наградили медалями за возвращение Крыма, за отличия, проявленные при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граждан Республики Крым, проведении референдума. Все с честью выдержали данное испытание. Все показали высокий профессионализм, надежность в обеспечении безопасности нашей Родины. Современное, стремящееся к новым вершинам и рекордам предприятие с каждым годом уверенно берет одну высоту за другой и становится все динамичнее. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел личный прием граждан. За помощью главе города анапчане обратились с разными вопросами. Подробности прямо сейчас. Ирина Малышева обратилась по поводу продления договора аренды на нежилые помещения по улице Крымской, 177. В центре города арендует офис. Сегодня администрация снимает ряд помещений и платит за них арендную плату, хотя есть муниципальные объекты. Если судебное решение будет принято в сторону администрации, в кабинетах на этой площади разместят управление здравоохранения. Сейчас специалисты управления работают на арендуемой территории на окраине города. Валерий Долгополов, проживающий в доме на улице Рождественской, пожаловался. На перекрестке переулка Спаски нет асфальта и пешеходных дорожек. Ездит большегрузный транспорт и военная техника. Идешь, либо тебя обрезают, либо тебя задавят. Вот, либо ты утонешь в пыли. И много раз ты идешь и думаешь, мучаешься, вот эта грязь такая. Да когда же это кончится? Район новый. Я понимаю. И построен без проекта. Хаб способ. Вот. Поэтому наводить порядок мы там будем однозначно. Может, не с той скоростью, с которой вы хотите. Потому что действительно объектов таких много. Также на приеме поднимались вопросы оформления земельных участков, реконструкции помещений и пробуксовки в подготовке документов. По всем вопросам, поступившим на личном приеме главе курорта, анапчане получат аргументированные ответы письменно и в установленный законом срок. 17 апреля состоится открытая сессия Совета депутатов, на которой глава города отчитается о проделанной работе за 2013 год. Мы узнали мнение людей о властях города-курорта и каких изменений ожидает анапчане в жизни города. Довольны ли вы мэром города? Мэром? Честно сказать, доволен. Нормально, хороший. Ну, что обещает, делает. Он детский сад вот здесь сделал. Обещает еще школу делать. Дороги делает. Нормально, короче. Ну, в принципе, да, потому что вот я как мама, детские площадки, городки детские. Ну, конечно, они были еще раньше, но вот, например, даже песочницу сделали деткам играть. В принципе, да. Озеленение города, чисто, нормально, хорошо. Ну, вообще-то, да, порядок наводит, мне кажется. Хорошо, вот видите, везде благоустраивает, все нормально. По-моему, да. Ну, чтоб вот лавочки нам хоть пенсионерам поставили. Вот нам ведь негде, вот я вышла, и вот негде даже сесть. Вот это у нас не хватает лавочек. Пускай лавочки еще нам ставят пенсионерам. Я его хорошо не знаю, но в целом, наверное, да. Что-то я выступление слушаю, если насколько все это сходится с делами, то прекрасно. Нет вопросов к нему, значит, все хорошо, вон, чисто, порядок везде. Ну, все, что надо, то и делает. Так что я доволен. Он много для города делает, благоустраивает. Для детей тоже очень много делает. Вот школа у нас какая замечательная. В Анапе открылась новая галерея, где планируют постоянно выставлять художественные фотографии и картины. На открытии первой экспозиции побывала наша съемочная группа. В третьем микрорайоне на улице Владимирской открылась арт-галерея «Надар». Название от имени художника, родоначальника направления импрессионизм. Первыми эту замечательную экспозицию увидели жители Новороссийска. И вот теперь анапчане. Арт-галерея создана при школе творческой фотографии, но тем не менее она позиционируется именно как арт-галерея. То есть мы собираемся и начали, собственно, нашу работу с выставки художников. То есть здесь мы планируем, что будут выставляться как фотографы и любые виды изобразительных искусств.
Кроме того, мы приглашаем к сотрудничеству всех желающих для проведения каких-либо творческих встреч. Галерея абсолютно некоммерческая, она абсолютно свободна, открыта. Эта выставка – плод творчества молодых художников, выпускников Анапского филиала Московского гуманитарного университета имени Шолохова, членов общества «Золотой треугольник», который создал член Союза художников России и Казахстана Геннадий Завизионный, а продолжил дело своего родственника и учителя художник Дамир Кривенко. Мы пользуемся лишь 5% сознания, 95% они спят. Это не мои слова, этим занимаются ученые. И, конечно, это огромный мир, о котором мы не знаем ничего. И эти молодые люди, в основном, это девушки, я бы сказал, героические девушки. Вот, потому что нелегко в наше время быть художником. Вот, они поднимают эту тему. И самое основное, что для меня лично ценно, то, что они объединяются, они не разрушают, они созидают, они видят прекрасное. И у них есть возможность и огромное сердце для того, чтобы делиться всем этим замечательным и прекрасным. Золотой треугольник объединяет людей, раскрепощенных в творческом осознании окружающего мира и себя в нем. А все работы, которые висят на этой выставке, выполнены в этой технике. Технике Геннадия Дмитриевича Завизионного. Вот моя работа. Работа называется «Нагромождение». Нагромождение мыслей, когда к вам в голову поступает очень много информации, куча мыслей, они все переплетаются, путаются, все эти мысли превращаются в огромную кашу, которая разрывает вашу голову, делает ее очень тяжелой. Тяжесть мыслей, тяжесть ваших переживаний и маленькие тоненькие подпорочки, можно сказать, не выдерживают уже вас. А мимо вас течет жизнь, медленно, размеренно. В целом работы импрессионистов воспринимаются неоднозначно, и к этим полотнам нужно подходить с открытой душой, в них вы увидите ощущения и мысли. Хотелось передать вот именно эти разговоры, как люди говорят, их затягивает этот разговор, как вот он их запутывает, так скажем, что есть и негативные стороны, и позитивные. Но лично мне хотелось показать больше позитивного. Арт-галерея «Нодар» предлагает выставлять работы всем творческим людям. Вход бесплатный. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В четверг, 17 апреля, в Анапе будет солнечно. Температура воздуха в дневные часы 15-19, ночью около 11 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы – 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 10 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы – производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48 300 и 48 333.